Ну что, кукусики молодой с тобой, как обычно, Паша Клейнс, и сегодня абсолютно новая игра для моего канала. Я ее видел у Хайпера, у Сашки Булкина, и решил тоже попробовать в нее поиграть. В конце концов, ребята там бомбят неимоверно, думаю, вы тоже увидите бомбеж мой какой-то, еще что-то, молодые люди, кто меня смотрит, девушки. Вот, соответственно, что, лайкосики, подписочка, и мы будем лететь. Я не знаю, понравится ли вам эта рубрика. Ну, еще у меня есть, конечно же, Twitch, да, может туда тоже залететь, может я и там поиграю. Но там в основном это Sims 4, CSGO, GTA 5 RP, но кто его знает, что там еще будет. Короче, погнали. Я уже чую, как я здесь бомбить буду, прочее такое. Ну ладно, попробовать. Я даже управление не знаю. Stereo Madness, Normal Mode, там, Back to Track, не знаю, что это такое. Ну ладно, полетели. Так, как управляется? Мышка, да-да, мышка управляется. Хлоп. Ну, пока что нормально вроде. Пока что ничего такого сложного здесь не происходит, вроде как. Но рано или поздно я, конечно же, здесь это самое, где-нибудь и зафейлю. Причем на самом глупом моменте. Я вот прямо уверен на все 100%, что так оно и будет. Так, нет, пока нормально идем. Ой-ой-ой, нифига. Летим, ребята, так сказать. Конкретненько летим. Аккуратно, аккуратно, пожалуйста. Надеюсь, меня нормально слышно, потому что я далеко от микрофона, сука. Давай. Летим пока что на ура, пока что все хорошо. 10 из 10 возможных. Вот здесь будет фейл, смотри. Ага. Нет, слушайте, фейлов пока что нет. Но он будет обидным, и он будет уже совсем скоро. Я вот просто уверен в этом на все 100%. Нет, пока что фейлов нет. Не каркать, Павел, не каркать. И все будет хорошо, обязательно. Ух. Просто драйвовая еще музыка такая играет конкретная. Надеюсь, АП-шка за нее не прилетит, и все будет нормально. О, тихо, тихо, родной. Летим нормально, летим. Их будет 600, я уверен. Потому что я зафейлюсь где-то... А, все, серьезно? Неплохо. Классно. Первый левел мы прошли с первого раза. Это прекрасно просто. Зато второй и последующие будут в заднице. И у меня нету звездочек никаких. Ну и ладно, нормально. Так, я так понимаю, можно дальше, да? Stereo Madness, все понятно. Здесь 75 вот этих вот очков. Он, наверное, будет пожестче уровень. Скачайте саундтрек. Не, спасибо. Ну, давайте next попробуем. Ой, тихо, мы уже летим. Ох, ёжик, нифига, а чё он так летает? А, это вот эти вот здесь. Нельзя, пожалуйста. Как... Блин. А, буду знать. А, здесь можно даже не нажимать, когда вот эти вот есть. Павел Юрьевич, пожалуйста, можно поумнее быть немножечко? Спасибо большое. Тихо. Оп, оп, оп. Блинский городовой. Ну, понеслась, родная. Ну, первый уровень чисто для ознакомления, видимо, был. Какие, собственно говоря, могут быть вопросы по этому поводу? Никаких абсолютно. Так, вот здесь вот перепрыгнул. Хорошо. А, тут потолок нельзя биться. Ну ладно, буду знать. Так, ну все, летим. Я не знаю, сколько времени у меня это все дело займет. Наверное, год. Может, два. Блин, это ужасно, это ужасно. Я не люблю бомбить в играх, поэтому я в них не играю. Ох, лучше бы я в Хитмана пошел, честное слово. Хотя бы Хитмана я люблю, а эта игра меня не любит, наверное. Ага, ага, ага. Здесь надо было вниз, понятно. Крутой я игрок вообще. Ой, как Сашка здесь вообще проходил, который Булкин. Это ж с ума сойти, вот это вот все. Он-то вроде бы очень далеко продвинул. Ну, вся, да, спасибо. Угу. Павел Юрьевич, пожалуйста, будьте поумнее в этой игре, я вас прошу просто. Я думаю, что мы на этом уровне и застрянем вот в этой серии, и все будет очень плохо на самом деле. Ну ладно, посмотрим. Не будем забегать пока что вперед. Ну ладно, можно было и забежать. 10-я попытка, сука. Будет 150-я, я это не пройду. Я вам просто гарантирую, товарищи мои пупсички сладенькие. Давай, давай, давай. Ага, 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 ага. Блинский, а? Городовой. Конечно, мышки я ломать не буду, как это Хайпер сделал. У меня нет денег на новую. Так, давай. Да куда ты, ёжик? Вот я как будто бы забываю просто. Рот. Да, яй-яй-яй.
14-я попытка. Ну, это была 13-я, не самое счастливое число, если честно. Ладно. Так. Прохожу, пока что прохожу. Здесь вниз надо, Павел! Блин. Тихо. Так, аккуратненько. Я уже ненавижу эту игру, это просто говно. Не, на самом деле обычно не игра говно, а пользователь, который в нее играет, глупый. Вот. Я к этому ближе склоняюсь, на самом деле. Вот, видите, уже оправдания пошли, да? Хотя я здесь сколько? 10 минут в этой игре. Да тут вниз надо, боже, идиот. Ну ладно. Идиотом быть не преступление, наверное. Особенно, когда ты пытаешься пройти в 70-й тысячный раз. Спокойствие, только спокойствие, Павел. Будем поумнее. Смотрим наперед. Самые глупые моменты, пожалуйста. У меня уже музыка это начинает бесить, это хороший знак. Так, до сюда еще не проходи, нихуя! О, нормально. Тихо, летим нормально. Ой, тихо. Не надо, пожалуйста, вниз. Не умри. Ох, ежик. Я уже очень далеко прошел. Пожалуйста, хоть бы не зафейлись. Я зафейлю здесь, сука. Не хочу фейлить. Не хочу фейлить, пожалуйста, не хочу фейлить. Пожалуйста, не хочу фейлить. Пожалуйста, хочу пройти. Пожалуйста, пожалуйста, прошу тебя, прошу. Пожалуйста. 90%, сука! У меня все еще горло болит, я ру, как. Люблю ругаться матом на игры. Ну давай, полетим. Аккуратненько. Горло еще больше заболело. Как еще и под кондеем вообще тут это лежу, сижу, отдыхаю. Лежу, да. Павел лежит просто на ваших экранах. Отдыхает. Так, скоро здесь надо будет это. Оп, вниз, оп, оп, оп. Ничего себе. Что творит этот старый молодой человек? Вот сюда его. Бля, какая крутая игра. Это потому что я не фейлю, я так говорю. Маня, смотри. Ой, и давай-ка, анаконда действует. Туда-сюда. Тихо, чуть не упал. Тихо. Родной, не упади, пожалуйста. Вот тут зафейлить, это, конечно, вообще будет. Глупость века, я бы так сказал. Не надо здесь фейлить, не надо. Вот здесь уже можно фейлить. Нельзя тут фейлить. Ох, ёжик, жик, вжик, больше не мужик. Ох, ай-яй. Оп, оп, оп. Не зафейли, Павел, я тебя прошу. Прошу, прошу, прошу. Прошу, пожалуйста, не зафейли. Я тебя умоляю. Тут зафейлить просто только лох. Ох, ёжик. Нет! So close, ну ладно, нормально. Эх, бедные мои нервишки старые. Ну, так-то 27 это не 68, но тем не менее... С этой игрой будет 68, сука, скоро. Ладно, нормально. Залетаю на ура, что называется. Хоть бы эта игра меня не... Пожалуйста, давайте не соберем 1000 лайков, я не хочу в нее больше играть. Игра вроде крутая. Если не фейлить. Тихо. Оп, оп, оп. Спокойно, спокойно. Подождать. Прыгнуть, прыгнуть, прыгнуть. Оп. А, как? Что, как? Что, кто? Я? Я Павел. Ох, ёжик, что же? Что вообще тут происходит? Конкретные вещи-то такие. Да. Оп, оп, оп. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Оп, 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 оп. Подождать. Да не, да кого хоть? 24-я попытка на этом уровне. Прекрасно. 99 рублей она мне вроде стоила в стиме. Ну, блин, ребята. Это стоит моих страданий. Это как Dark Souls, наверное, в который я никогда не зайду, я надеюсь.
Все от вашей активности зависит, конечно. Давай, пожалуйста, я тебя прошу. Да нет, ну кого? Там прыгнуть надо было, Паш. Идиот. Так, ладно. Я уже губы кусаю свои, вы понимаете, насколько это нервная игра? Кусание губ не входит в мои вредные привычки вообще-то. Но с этой игрой входит, потому что игра вреднее, кажется. Пожалуйста. О, тихо! Летим, ребята! Нет! Тихо, тихо, пожалуйста, пожалуйста, нормально. Интересно, насколько сильно я буду мир ненавидеть, когда я все-таки пройду этот уровень? Оп, оп, давай, пожалуйста, прошу тебя очень сильно прошу. Так, 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 так. Ненавижу эту игру. И еще больше ненавижу. 28-я. Да я уже все, я уже... Так, нужно до пройти этот уровень. Я не знаю, как я это сделаю, ну ладно. Молча. Молча не смогу. Я же видеовлогер. Медиагигант. Нет, далеко. Ну, дурак ты, медиа. Медиа-дурак скорее. Так, ладно, Павел Юрьевич, пожалуйста, давай без говна в речи. А, можно просто зажать, оказывается. Кто бы мог подумать. Не надо зажимать. Ребята, не зажимайте в этой игре. Кто играл в Geometry Dash? До какого уровня вы дошли? Напишите в комментариях, пожалуйста. Я просто, когда к Сашке... Бляха. Я когда к Сашке заходил в последний раз к Булкину, он там... Капец какой-то. В обратную сторону там этот шарик... уровня. Мне кажется, мне не стоит играть в эту игру. Следует удалить компьютер. Игру оставить, как компьютер удалить, да. Угу. Хорошо, перекувыркнулись, туда-сюда сделали. Мне уже эта музыка раздражает, как я не знаю что. Полет нормальный. Я взлетаю как ракета. У меня что-то там... Я не... Что за трек? Напишите в комментариях. Я не знаю. Я забыл, что я вообще пел сейчас. А ведь есть люди, которые быстро проходят эту игру. Давай. Давай. Нет! Ладно. Не торопимся. Полное сосредоточение на процессе игры, на процессе прохождения данного уровня. Пожалуйста. Уф, уф. Давай тогда, Павел Юрьевич, пожалуйста. Офигенное сосредоточение. Лучшее просто, что вы видели... Увидите на всех каналах Рутьюба, российского Ютуба, если угодно. Как люди это проходят? У меня уже нервов нет. Они в другом городе остались, я не знаю.
Тихо, тихо. Нет! Да. Да, 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 да. Нет, 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 нет. Ой-ой-ой-ой. Я уже полностью этот уровень забыл. Эту часть уровня. Прошу тебя очень сильно. Еще раз. Мне кажется, нервов не хватит. Ладно, хватит. Сука. Не на блять. А грошек-то болит, сука, после ангины. Понятно тогда. Давай. Аккуратненько. Ну да, надо было нос-то почесать так вовремя, а? Почему? Нормально тогда. Так, ну что, летим дальше, так сказать. Мы, ребята, простые, необыкновенные, крутые. Это как я вот сейчас вообще вот так много фраз разных в одной фразе сделал? Потому что тупой. Тупые люди бывают. И я перед вами, ребята, на ваших экранах. Прошу Филиппа Юрьевича, особенно в начале. В начале фейлить это вообще тупизна. Ну, Павел и так тупизна, так-то Юрьевич, который... Ух, ёжик, это было очень близко. Все, мы уже летим. 96% у меня было, по-моему, да? Угу. А, сука, я твой рот коптил! Давайте так, и две попыточки, и хватит, блин, жопа, жопа. Уж я GTA 5 пошел записывать. Сука, тварь, говно, жопа. 40-я попытка, это просто жопа. Угу. Я уже по вашим лайкам просто буду смотреть. Надо вам эта игра, не надо. Меня она уже бесит. Вот и все. Last try, пожалуйста. Он должен... Твердый try еще раз. 42-я. Ответ на все вопросы. По галактике называется. Или там, не знаю, кинчик вы смотрели. Не знаю, есть ли такой кинчик. Должен быть. Все-таки... Книжка-то культовая, ни хера себе. Бляха-муха. Ах, ладно, все, это прямо ластовый трай, потому что ну его у задницу, это просто жесть какая-то. С ума сойду просто, если еще буду траить. Хватит. Все, на этом мои попыточки пройти вот эту прекрасную игру заканчиваются. 19 минут это уже все длится. С вами был, как обычно, Паша Клейнс. Ставьте свои лайки, если вы хотите еще, чтобы у меня была эта игра. 1000 лайков, этого вполне будет достаточно. Пишите в комментариях, что и как, до какого уровня. Сашка Булкин, да я не знаю, дошел. Twitch, Instagram, Телега, везде можете подписаться. Пока.